Господь, Ты не хочешь страданий ни для кого. Ты умер и воскрес, чтобы мы жили в полноте. Чтоб как ризою оделись в Твою любовь, и чтоб было как на небе, так и на земле. Апостолы терпели только за имя Твое, их гнала религия и закон. Это были плевелы, посаженные врагом, и они проявлялись во свете Твоем. Ты пришел и сказал: «Мир вам! В Тебе нет ни болезней, ни нужды. В Тебе все сокровища небес, вступившим в наследство, принадлежат». Ты не хочешь страданий ни для кого. И когда говорят, куда смотрит Бог, предлагаю открыть Новый Завет и погрузиться в историю любви. И задать себе вопрос: кто для меня Бог? Знаю ли я Христа? Приняла ли в свою жизнь? Сколько провожу времени с Ним? Чему отдаю предпочтение в мыслях? Изменился ли мой характер с тех пор, как я думаю, что знаю Его? Эти вопросы помогут познать, насколько я живу в воле Его. Ведь мы можем принадлежать только Богу или дьяволу, и третьего не дано. Пытаюсь ли служить двум господам? Немножко здесь и немножко там. И заглянув в сердце свое, там ответ найдем.